Привет, все мои дорогие! Доброго, хорошего денечка. У нас сегодня не очень жарко. Я совершаю свою ежедневную прогулку, когда есть время, стараюсь погулять, посмотреть, найти что-то интересное для себя и поделиться с вами. Вот, посмотрите, хочу вам показать такие интересные плоды. Может, многие знают, что это за дерево. Такие вот у него тоненькие листики. И плоды пока еще зеленые. А когда они созреют, они сейчас уже находятся в стадии созревания. Это дерево любит много воды, его хорошо поливают. Посмотрите, потом эти плоды, они темнеют. И вот становятся вот такими темными. Вот темные, вот, может, видите? Темные такие, похоже, как маленькие сливки. Это дерево олива. Олива. Или, как еще говорят, маслины. Эти деревья очень распространены в Средиземноморье. А вот. Это для нас, конечно, очень важное дерево, потому что у нас очень хорошо идет большое производство оливкового масла. И очень хорошо оно используется и в кулинарии, и в косметике. И в очень многих отраслях используется оливковое масло. Вот. Есть очень много видов оливкового масла. Есть холодного отжима, горячего отжима. В общем, очень-очень развито у нас вот производство оливкового масла. Оливки у нас очень любят, делают консервы, едят, значит, их настаивают, делают разные там масла из них. Вот, например, оливковое масло, его настаивают там еще на чем-то, значит, на травах разных. Я, например, занимаюсь натуральной косметикой, и я настаиваю разные лекарственные травы на оливковом масле. Это очень эффективно, хорошо работает на коже. Вот хотела вам показать живое оливковое дерево. Вот если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. А я продолжаю гулять. Всем чудесного денечка. Вот, пожалуйста, посмотрите оливковое дерево. Оставайтесь со мной. Всех люблю. Жанна.